Интересные китайские, правда, сандалии на лето детского размера, но такой я ношу. Приятный у них цвет, красный с черным и белый в подошве. Крепится на ноги свободно или чуть-чуть сложнее с помощью липучек. Это очень удобно, не жарко будет. У них специфического запаха не имеют, ни, собственно, и никакого вообще. Главная их фишка – это то, что они светятся в темноте, и не только когда идешь. Мне это не мешает, но и не помогает. Ну, мечта детства, можно так сказать. Спасибо вам за внимание. Смотрите мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки или дизлайки, как получится. Любое внимание приятно для развития канала и прочего. Упакованы они в такую вот коробочку стандартную. Покупались в фирменном магазине. Цена довольно высокая. Интересный китайский.